Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірменді көрермен, эфирде Алик Божал хабары. 2006 жылдан бері Сандықта аудандық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде біртасын көтеру спорты қанатты қарқынмен дамып келе жатыр. Осы уақытта аталмыш балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінен бірнеше талантты ұл-қыздар тәрбиеленіп, қанат қағып, түлеп ұшты. Алыптар ауылдан шығады деп тегін айтып жүрген жоқпыз. Соның айқын айғағындай 6000-ға жуық қана тұрғыны бар Балқаш елді мекенінде ғыртасын көтеруші жасөспірімдер әлемдік деңгейде елдеңкін асқақтатып жүр. Тәжірибелі жаттықтырушы Сергей Прохоровтың шәкірттерінің бірі Андрей Дулин төрткүл дүниенің ең мықты ғыртасын көтерушілер арасында 63 келі салмақта чемпион атанды. Бапкердің өз ұлы Владимир 91 келі салмақта қола медальға ие болды. Әлем чемпионатынан оралысымен спортшылар кезекті жаттығуларға кірісіп кетті. Были сильные участники. Жалықпай жаттығу мандай тер төгу өз нәтижесін берді. Әрине, әлем чемпионатына өз елдерінің ең мықтылары келеді. Солардың арасында топ жару қажет. Осы орайда бапкерім Сергей Прохоровтың ақыл кеңесі мені жеңіске жетеледі. Өз салмағым бойынша 24 келі ғыртасын бірнеше мәрте көтеріп, алдыма жан салмадым. Казахстана кубку, который будет проходить в городе Уральск в декабре месяце. И там буду показывать результат уже на 32-ках. И повышая свой результат. Білікті бапкер Сергей Прохоровтың ұлы Владимирде соңғы жылдары ғыртасын көтеру спортынан жарқырап көрдім жүр. Міне, Будапештте өткен әлем чемпионатында Владимир 95 келі салмақта қола медальді жеңіп алды. Оның алда әлі де талай-талай жарыстарда жеңіске жететініне кәміл сенуге болады. Выступал я вторым потоком. Әкемнің қарамағында жаттығу маған үлкен жауапкершілікті жүктейді, сондықтан жаттығуды бір сәтте де босатпай үнемі бабында болам. Осынау әлем чемпионаты пандемия жағдайында көптеген қиыншылықтар мен өтті. Төрешілер тарапынан кедергілер болды. Алайда 95 келі салмақта елге қола медаль алып келдім. Болашақта тағы жауапты жарыстар күтіп тұр. Қазірден бастап соған дайындалып жатырмыз. Так сказать, снизить темп и по-другому рассчитывать дыхание. На этих соревнованиях была более-менее хорошая конкуренция. Результат я лично увеличил, но стремлюсь в дальнейшем выступать на подобных соревнованиях и увеличить результаты. Родился он и пошел в школу. Он маленький, худенький. Я даже не пустил его 7 лет, как обычно в школу. А пошел он ближе к 8 уже. Потому что в борьбе за знаниями, в погоне за знаниями, он мог себе спину сломать с этими чемоданами и книжками. Поэтому он 5 лет как бы проходил в школу, а потом потянулся в спортзал. Потянулся в спортзал на борьбу. Одной борьбой занимался, начал заниматься. Призовые места, ну, школьные. Перешел на другой вид борьбы, тоже начал занимать призовые места. А потом пошел на армрестлинг. Ну, а здесь уже в спортзале перешел на гири, и тренер у него, Сергей Прохоров, подтянул его ближе. Полностью начал заниматься им. Никто никогда бы не подумал, что он станет чемпионом. 2006 жылдан бері Сандықта аудандық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде жаттықтырушы болып қызмет атқарып жүрген Сергей Прохор шәкірттердің осынау жеңісі ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына тарту дейді. Было более 300 участников соревнований, более 32 стран. Наша делегация Казахстана была 75 человек. Конечно, по судейству там были вопросы, но все, что могли, казахстанцы сделали, проявили характер, завоевали свои медали. Кто к чему шел, тот к тому и пришел, как говорится. Ну, чемпионат показал, что нельзя оставаться на одном месте, надо постоянно идти вперед, анализировать тренировки, показать тот результат, который для нас достойный нашего высокого звания, чемпион и призер чемпионата мира. Тупыр оңынаған жерде түк қалады демекші, сандықтау жерінде мықты шаңғышылар ғана емес,
Бұлар күші бұлқынған біртасын көтерші оландарда желкіде бесік біледі. Ауыл аймақ балаларының әлемдік жарыстарда жарқырап көріну қуанышты. Бұл үрдіс бұқаралық спорттан басталып жалғасын тапты. Гиревой спорт последние годы начал развивать очень хорошо, потому что пришли молодые тоже еще тренера. У нас работает тот, который уже давно работает тренер, это Прохоров Сергей Владимирович. В этом году его воспитанники стали призерами чемпионата Азии. Один стал чемпионом мира в Будапеште буквально вот неделю назад, он стал чемпионом мира. Было воспитано в этом году уже два мастера спорта по гирям. Вообще ДЮСШ сейчас ну, как бы на хорошем счету, потому что в этом году мы 4 мастера спорта выполнили. У нас 17 кандидатов в мастера спорта, 13 перворазрядников и очень много массовых разрядов. Ну, в этом году мы еще открыли отделение, это гиревого спорта, это в Максимовке, где дополнительно сейчас набрали молодых, молодого специалиста взяли, молодых пришли спортсмены молодые, но он уже показывает как бы, результаты, это дополнительно. Сейчас гиревым спортом занимается 162 человека. Ну, в дальнейшем будем во всем помогать для развития, потому что как бы в Сандыктавском районе этот вид был забыт, он был в Советском Союзе, потому что у нас есть мастера спорта СССР по гиревому спорту, но был как-то немножко утрачен, и сейчас опять это возобновился, и я так думаю, что мы еще вырастим ни одного чемпиона и ни одного призера чемпионатов мира, Азии и других соревнований. Гиревым спортом я занимаюсь 7 класса. Я уже заканчиваю 3 курс и не планирую заканчивать заниматься этим видом спорта. Уже как свой интерес идет, как-то мотивация какая-то. Участвовали и на чемпионатах Казахстана, и на чемпионатах Азии. Я участвую в классическом двоеборье постоянно. Это мой толчок, рывок постоянный. На чемпионате Азии я выполнил толчок 86 и рывок 157. Это вот я сумма двоеборья сваживается, и получается, я занял 3 место. Ардақты ағайын, қадірменді көрермен, сіздердің көріп тамашалағандарыңыз Олимпик жол хабары. Міне шағын ғана ауданда Азия және әлем чемпионаттарында жарқырап көрінген гыртасын көтеруші жасөспірімдер маңдай тер төгіп жаттығуда. Бұл бұқаралық спортты дамыту, сол бұқаралық спорт арқылы үлкен спортқа қадам жасаудың бір жарқын көрінісі болса керек. Олай болса, балалар спортын дамыту арқылы бұқаралық спортқа жол салайық. Сонда ғана біздің жасөспірімдер әртүрлі жарыстарда шеберліктерін танытып, қазақ елінің көк байрағын аспанда желбіретіп, әнұранын шығататын болады. Біз осы үрдісті Сандықтау ауданындағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде ондағы гыртасын көтеру бөлімшесінің шәкірттері жасаған қадамнан айқын сезіндік. Эфирде келесі кездескенше сау сәлеметті болыңыздар.